Итак, всем привет, с вами Зазепа и Капкан. И мы опять будем сейчас на 220-х катать. Ну, скажи хотя бы всем привет тоже. Привет. Ага. Давай, сейчас посмотрим, куда нас рандом закинет. Ну, давай, зачитывай, что там на сайте, что там, какие достижения в пятой GTA-хе. Ау. Капкан. О, у них красные, оранжевые. Только это 67, 53%. Я 130 километров накатал. 130 километров? Ну. Нифига себе. Смог. Здесь. Так, что-то мне скинуло. Чудаки и прочие незнакомцы 7 из 20. Задание 19 из 69. Угу. Короче, 69 заданий в игре. Ну, не то чтобы много, 69 заданий. Настроил игру, она короткая, короче, если быстро играешь. Я на приставке, когда проходил, реально короткая очень. Поэтому я растягиваю. Сейчас настроил еще, чтобы FPS был 60-70. Это ж хорошо. Приятнее играть стал. Я не знаю, когда я записывал GTA 5, у меня 30 FPS выдавало. На оперативке, наверное. Я тебе карту скидывал. Ну, блин, у меня сейчас бабла не особо много. У меня аж почти такая же, только на 4 гига. Следующей модели. Если по сути дела мне надо что? Мне на видюху и оперативу докупать, это, блин... И блок питания, скорее всего. Сколько там сейчас оперативка стоит? 400 уже? 400. Сейчас гляну. Ну, примерно 400 тысяч, да? Нашими зайцами. 372. Ну, 372 и 30 тысяч. Вообще, две пачки сигарет, короче, блин. Ну и на видюху надо... Ну, если одна пачка в среднем стоит 15 тысяч, ну, того 30, разница 30 тысяч. А, 30 пачек? Не, не 30 пачек, две пачки сигарет, 30 тысяч это две пачки стоит. Такая оперативка стоит 372 тысячи. Ну. Ладно, ты один хэвик, работай по нему. Я здесь пока прикрою. Пока никто не едет. Слушай, что-то у нас там проблемы с базой, уже наши там пятерку вынесли. Вернемся. Или четверку вынесли. Там одна арта осталась. Короче, ясно, заанализились, короче, мы тут. Они по мосту давят. Ой, КВ первый там. Слушай, я не знаю, даже возвращаться, по идее, надо. По идее. Сейчас посмотрим. Не, ну ты едь, я тут постою, поконтролирую. Ой. Центра не заехали. Да они сейчас заедут, там как минимум 2-3-4 сейчас на нашу базу приедут. А наш бурдибы и, короче, поперлись по мосту. Ладно, я по центру. О, что и следовало доказать. Три арты не мог нормально сныкаться, блин, и дать залп по 34-ке. Ну, они, в принципе, днищенские такие. О, сейчас если у пятого не станет. А, ну вот, на базу. Это хорошо. А там их двое, одна сейчас на меня прет. Сейчас, походу, наверное, тараном меня попытается. Как ты, падла. С наводчика мне еще выбило.
там двое. А нет, один. Ага, ты там разберешься, я надеюсь? Ну, попытаюсь. Ты сбей назад, я тут с КВХ сейчас разберусь. Не, ну блин, я 3/4 сниму. У меня еще есть время. Я, правда, двигатель вынесли. Там гусеницу починил. Залежу голду, чтобы его наверняка снять. Ну, так с первого выселил, потом можно и ББХой. Еще 30 целых секунд. Да. Ну, уже, считай, разобрался. А, надо же ББХу залежу. Хрен мне что сделает. А у меня фугасник. Фугасник? Бывает. У наши слились, короче, на захват, который поехали. Слушай, я не знаю, у меня двигло вынесено, я на базе останусь. Да стой на базе. Тверды. Ну. Ты едь на ихнюю тогда потиху. Вдруг наша. Вдруг ихняя арта решит в раш поехать, подумая, что я поехал за тобой. Так она, скорее всего, она будет сейчас с захватом играть. Ну, а тут я такой стою. Ну, внезапно. По базам и все гуд. Понимаем, чувак. Блин, он что там еще советует? Они там втроем стояли, не могли одну 3/4 даже хп снять. Это жарта. Ну так. А кто любит поговорить, да? О, первый. На горочке стоит. Это гриль. А второй, короче, Су-122, у него 6000 боев, 45% побед и 287 КПД. Ну, короче, очень низкий. Уже наверное, ботоводил пацан. Решено все. Ну, есть быстрее тогда. У тебя, блин, еще 8 минут. Я думаю, смысла бегать за ней нету, если она там не стоит. Сейчас я ее, короче, давить к тебе буду. Дави. Жалко, тут крюка нету, чтобы можно было зацепить. Чтобы она не могла развернуться. А как у этого, да? Как у Хукскага из Доты. Или кто там? Ты лол говоришь. Нет, там что-то, по-моему, в доте тоже какой-то пацан есть, там кидает крюк. Пудж. А, пудж, во. Я просто в доту особо не играю. В героях шторма стежок. Стежок. Ты ее, кстати, скачай. Тут, короче, Даши такие двое стоят, БДР, труп и хенцер, и все дуло вверх. На базе это. Они, может, там акту пытались выцепить, да не попадали в нее. Да их выцепили. Ну, потому что они стояли, хотели все арту убить, а по ним накидывали другие союзники ихние. Вот так, короче, и сливаются пацаны. Едь, короче, вниз, направо. Ну, давай, съезжу. Вот так. Скорее всего, там будет ехать. Так сказать, для приличия, да? Вдруг третьего заберешь. Не, его здесь нету. Да он свалил просто куда-то. Сейчас, наверное, может даже вот здесь вот стоит. Ой, да ладно, нам статистика не прибавится, если мы там одного его собьем, а ты так хотя бы захватчика получишь. И опыта, по-моему, больше получишь, если там захватишь, а не просто его убьешь. Лошара на C3. Не может он там быть. А, ни хрен на него. Внизу только, да. Ну, первый бой не комом вышел. Мы там затащили, короче, что я вовремя вернулся на базу. О! Защитника мне дали, а тебе захватчика, да? Ну. Стальную стену и невозмутимый. Ладно, давай еще раз. Так, ладно, все.
Слушай, может кого-то третьего позвать? Так, ну-ка покажите мне их статку. Желтые, блин. Т1 хэвик. Второй взвод желтых. Опасно, наверное, только Су-85-й. У нас первый взвод прикольный, кстати. Вот там твинк у них. 3001H. Слева поехали. Ну, поехали. Что-то у меня клиент как-то... Да не, не завис. У тебя просто супер видеокарта для офиса. Да какая, блин, видеокарта? Делает У меня свое же дело. нормально... Ой, ёбушки-вагобушки. О, чат. Надо ее продать, пока она, блин, что-то стоит. 800 рублей. Ну, продам, я так надо сразу и купить что-то другое. Поставишь ту старую, которая во втором компе стоит. Так она ж не подойдет, блин. Подойдет. Она там, блин, хрен его знает. Да ты чё, блин, как я с ней буду играть? Там вход подходит. В танки на ней играть вообще можно еще. А записывай там что-то. Ну, на стандартной графике записывать, блин, ну, настроишь, чтобы прот записывал и все. Мне что-то, блядь, авантюрно. Я сначала лучше другую куплю, потом эту продам. Да вообще, блин, мне как-то похрен, сколько денег нормально подтяну, блин, и... Куплю сразу себе нормальную видюху и оперативы так раза в два пополню. Оперативы тебе сразу надо 12 брать. Ну, возьму на 12, блин. Я не знаю, мне и 8, в принципе, я думаю, имею хватит. Имею две планки. Ну, чтоб тебе это, стримить, записывать еще было удобнее. Ты же знаешь, я сейчас на машину откладываю. Ну, так я же говорю, когда купишь машину, с нее деньги оставшиеся. То есть пацан от Эдин Хейк не может даже мне попасть в упор. А не, может. Так, помогайте. Даже пробил меня один раз. Это был один раз. Давай, поц. Скажи до свидания. На помощь. Ща. КВ первый с фугасненькой. Ой, на, получай. Ты падла. Вовремя. Ну, извиняюсь. Бля, пацан, не стой на проезде. Ковенантера не пробил. 19 мая Ведьмак 3 выходит. Там вообще жесть, а не игрушка. Вообще жесть, а не игрушка? Ну, как фильм. Ну, посмотрю сначала на YouTube, что там за игра такая. Ой-ой-ой. Ты засранец. Еще не попал по нему. Биг бабабум. Бадабум. Бедный 3-4 забрать не может. О боже. О, там еще один клиент. Уже не успеет. А следующий 447. Интересная такая, да? Оперативка. А, оперативка. Я тебе говорю, у меня сейчас нету средств, чтобы там закупать себе что-то другое, там. Мне подождать надо еще месяцок. Я же говорю, что спонсор нужен.
спонсор. Я только недавно стал партнерку получил, короче, эту. Посмотрим, как просмотры пойдут, короче, теперь. С пацанами там контачу. Так, ну... Итак, короче, процент просмотра, процент денежки за твои просмотры видео идут им. Ну, и чё? Ну, вместо тебя. А могло бы тебе идти? То есть, вот такая система. Ну и? Ну, не очень выгодно. А ты понимаешь, что это партнерская программа, и там как бы помогают людям, начинающим вообще. Как бы это мне надо, потому что, смотри, уже целый год сижу, ни хрена сделать не могу. Оформление нормальное сделать. Я сделал нормальное оформление, блин. Я тебе скину стрим чувака, короче, когда он перфе будет стримить, он графический дизайнер. Ну, посмотришь пример. Просто как, короче, нужно делать. Все, короче, говорят, что у него, блин, бомба просто оформление. Мне бы такое, кто не умеет рисовать, говорит. Ну, скинь, посмотрю потом, после записи. Ну, там именно оформление стрима. А ты из этого можешь что-нибудь, короче, взять. Урок. Понимаешь, я если стримлю, то через OBS стримлю, короче. Твичи оформление имею. Там загружать. Твиче. Некоторые твичом даже вообще не пользуются. Мне твич пока рано еще. На твиче нужно просмотры, чтобы тебя смотрело, короче, 500 человек, тебе тогда партнерку дадут быстрее. Какую партнерку? Смотри, на твиче ищут партнерку. Да, на твиче нужна партнерка, чтобы подписки платные делать. Так там, по-моему, идет от какого-то количества, то есть лайков там или просмотров. Нет, там нужно, чтобы тебя смотрели, твой ты когда стрим запускаешь, нужно, чтобы 500 человек тебя смотрело. Больше, чем 500. Хрен его знает. Разводи, короче, этих. Да уж пытаюсь разводить. О, выезжает второй, во. Блять, ну фугасник. Мочи фугасника. Бэха и влетела. Ну еще октав окусить пытается нас. Орда. Октав мне, кстати, ни хрена не сняла. Я вижу. О! Ладно, давай назад, за дома. Угу. Хотя за правый давай. Заедем. Я вот так и хочу. Потому что наш едет светить. Наша акта красиво сработала. Так, давай дом разъебем, о! О, бурдиб. На еще, блядь, дом. Блядь, не пробил еще его. Есть пробитие, отлично. О, фугасник. Не, этого хрен так выцепишь, надо к нему поближе подъезжать. Комар. Минус ствол у меня. Он оранжевый, как... Слышь, а он меня ББХами, короче, пытается. Я сейчас бок выстрелил, не пробил ББХой. Хрен его знает, может... А, у него, наверное, обычная пушка, да? Ну. Может, там стоял так нехорошо, он тебя пробить не мог, то он поэтому решил уже залежку и фугас. Пробил. Под пушку попал, пробил. Сейчас накажем его за это. За неспортивное поведение, да? Так. На. Ну, я наказал уже, ладно. Арта вся справа. Этого хрена, наверное, так пробью. Переехала. На Т2 забей, пусть ее арта вкусит. О! Арта знаешь где? Вот здесь вот. Окей, там вся арта. А я патрулю позахватываю. Пусть сами приезжают. Патруль позахватывай. Как они любят. Блять, мне арта чисто гусеница забивает. Я, короче, чинюсь. Она мне потом... А, опять сбила. Нормально тебе. Она мне три раза сбила гусеницу и ни разу мне урон, короче, не нанесла. О, меня засветили. О.
Ну, разбирайся там хотя бы с Бёрджганом. А надо теперь две рты добить, чтобы медальку получить. Ну так и едь, добивай. Ща поеду. О, МС... А, не, француз по мне валит. Там же, где М7. Француза чё, КД 7 секунд? Да. Нахрена кто с таким КД вводить? Ну, захватывай, короче. Давай, добивай. Ну, ёбаный, я бы уже добил бы её. Я выстрелил, блять, уже. Ладно, давай, давай не будем использовать свой французский. А в этой игре невозможно. Без французского, да? Сплатят за то, чтобы не использовать, да. Я тогда буду рад, я буду на пресс-аке просто играть на расслабоне все, пусть меня смотрят. Да не, пресс-ак можно и так получить. Только главное просмотры поднять сейчас. Я даже, наверное, уже могу сейчас его получить, надо написать, типа. Хороший аккаунт, типа там много наиграл уже, но хочу, типа, для видео. Они обычно выдают, там можно неделю выдадут, можно месяц, можно всегда постоянный такой. То есть они там разделяются еще по типам пресс-аккаунта. Ну, таким, как мы, ну, в основном, которые снимают на постоянной основе, они дают на постоянный аккаунт. А там журналистам каким-то они дают там на недельку. Блять, опять этот ёбаный сосед сверлит. Не слышно или слышно, как сверлят? Не слышно. Ну, надеюсь, на записи тоже это не будет слышно. Сколько боёв сыграли? Ну, мы сейчас три... будем. Да давай, блин, 6. Давай 5. Так сказать, за вчерашний день. Хотя лучше, конечно же, большее количество видео загружать, а не одно большое. Холик в угаре что-то пишет. Ну, я уже понял. Голова взвод. У него танки, танки такие, которые кидает к семеркам. Ну ладно, блин, уже так поиграем без него. Напиши, у нас фул. Фул? Да не, обманывать не будем, лучше уже. Так. Так, ну, блин, у нас... У нас статисты, блин, а у них нету никого. Что-то везет нам пока. Везет тому, кто везет. А мы везем. Ну, я помню, как мы недавно сыграли там 40 побед и 45... и 43 боев, короче. Три слива только. Вчера, что ли? Не, не вчера, это где-то примерно на этой неделе. Ну, на прошлой... Да, на этой неделе было. А, короче, батька посмотрел, когда у дядьки был на сайте машинки, говорит, пассатов Б3-тих полно. Слушай, дай жалобу на М37, меня заебали эти пидорасы, которые вырезаются в своих. М37, блядь, красный, пожаловаться не спортивно. Боже, как тормозит, во, все нормально, просралось. Говорю, пассаты Б3 еще полно, сейчас в хорошем состоянии. Пассаты Б3? Угу. Ну, пассат сколько он стоит? Две штуки или сколько? Полторы. А, полторы? Так это дешево еще для пассата. Пасик, увидел, короче, что выбор хороший всего. Ой. Блять, слышь? Какого хера, чувак? Меньше смотри, короче, на пассаты. Больше смотри, что перед тобой делается. Боже. Я немного занят тут. Ну ладно, забей, все хорошо. Ахаха. Блин, может мне тоже утопиться, а, для прикола. Да не, не надо. Ладно. Не, ну такого от тебя явно никто не ждал. Так, на я голду зарядил на панзер ядера. Говняные. Ладно, пойду заварю себе что-нибудь. Давай. Пока посмотри там про тачки что-нибудь. Поговорим сейчас об этом. Ебать.
ЦМчик. Сбегусь-ка я сначала с КВшечкой. Ой, фугасный пидогаз. А я голдовый, ага. Ой, извиняюсь. Ой, гори. А, петушитель. КВ-ху бы выцепить. Два газа подпалил пацана. А ты думал, я тебя забыл? Ой, да ладно. Там еще Черчилль. Там нанизу. Можно забить пока на Черчилля. Голдовая тварь. Сидит там на своем острове. Как видишь, уже затащил целый фланг. Посмотри, что за мной делается. Когда мне ФЦМ, блин, голдовый уже, блин, сначала выбил мне водителя, его починил. Потом, блин, сейчас вот наводчика мне выбил. Падло. Говорю, вариантов много. Passat B3, потом этот Opel Vectra, ну хотя не знаю, их они... Opel Vectra, ну, блядь. Они по цене большие все равно стали. А, что там еще было? А там Passat, блин, не убитый. Вольф второй. Цену. Нет, вылизанный, я же говорю. Механик, автомат, готов, готов. Или там на выбор, они одинаково чё? Стоят. На ну, выбор. Я лучше себе эту, блин, механику возьму. Нет автоматов, это B3, это другой вид машины. А, ёбан. Такая, как у нас B5. А. Третьего поколения. Не, ну штука 500 за Passat, это хорошо еще. Ну это лучше, чем, по крайней мере, Гольф второй какой-нибудь покупать, как я хотел. Это раньше была самая популярная машина вообще в Беларуси. B3. Ой, нарывается, пацан. Ёбаный разносин, а. Ага, наводчика нет. Да, я тебе о чем. А этот КВ-220 вообще какой-то критосборник стал. Ну ёбаный в рот. Подсосники ебаные. Еще этот, блин, стреляет. Тяжко жить без наводчика, да? Иди сюда, блин, говно. Как я обожаю тех людей, которые подсасывают воинов. Ага. А это ж тот пацан, который меня подрезал, короче. Угу. Хуесос, блин. Я тут все салатика наварил поесть. О, приятного аппетита. Сейчас попробую, может, 67-го как-то выцеплю. Оливье. Как раз там М37. Да не, не выцепишь. Стой, захватывай, стой. Да ну нахер, блядь, поеду за воином. Еще опыта 8 минут. Опыта дали бы. Ты не успеешь. Я просто надеюсь на то, что он сейчас М37-го убьет. Я просто желаю ему добра и позитива. Ты посмотрел вчера видос от Немаги? Не, не смотрю его. Что я тебе скинул? Да что тебе понравился-то Немагия, блин, хрень какая-то?
снимает там про баб каких-то бьюти-блогер. Что это такое, блин? Чуваки, короче, там новое видео про мужиков, которые сделали платные видео, как они бухают. Как они бухают? Разные виды алкоголя. Че, может тоже такое сделать? А, да мне жалко бар свой опустошать. М41 убегает. Всем стоять, работает Валентин. Но. Так, задержать дыхание. Нет. Мне не помогло. Повези. Не, не повезло. Налево, едь налево. Как-то пидораса перехватить. Он прям на КВХ первую едет. Прикинь, упал бы сейчас на меня. Да, и ты фраг получил бы. Нет, я же уже вне боя. По-моему, если это... Даже если ты... Знаешь, сколько у нас нулей в команде? Ай, наподсасывали у меня там, короче. Сами хрен что сделали. Ну да, самые яркие нули у нас снизу. Бери тэнк. Короче, видео можешь это называть... Шокирующий утопленник. Не, веселый днарь. Не, это уже слишком. Веселый рыбак. Так, ну у них, короче, КВ первый твинк. Физрук в танке. Физрук в танке? Опять этот гребаный Камалин. Кто у них использует моды? Используют моды Черчилль, Excelsior и КВ первые. Ну и там по мелочи снизу. Ну, Бишоп еще использует, но он у него не активированный. Артан обой статобойный. Я всегда поражало, знаешь, ну это, правда, не тот случай, а вообще. Пацан там 30 тысяч боев, 45% побед и на арте чисто катает. И КПД там еще донский там какой-нибудь там. До 600 там, допустим. Так, у нас направо вообще не поехал никто. До 600 КПД и 30 тысяч боев, это бот. Он ботился топ-технику. Нахрена ему его ботить, если его все равно потом с такой-то статой никто никуда не возьмет и... Ну, играть для удовольствия. В рандоме. Не идейный он какой-то. Мне тоже было насрать на клан. Говорю, не идейный поцик какой-то. Ботоводить. А Wargaming не банит их. Так, что-то странно, у нас здесь никого. Еще надо по-быренькому давить туда налево. Ты там подстреливай, кого видишь тогда. Я не вижу их. Ну тогда со мной поехали. Сейчас обойдем их аккуратом. Них их с острова не выпускают. Давай, подсвечивай. Подсвечивать тебе, ага. Не, чтоб со мной поехать, блин. Подсвечивать тебе.
Главное, что я уже не утопился, это прогресс. А, ну да, это точно. Я как бы много дел одновременно делаю. Смотри, сейчас нежданчик будет для них. Чемоданчик. Чемоданчик, нежданчик. О, бишоп. Привет, мой маленький. Бля, еще промазал по нему. За ебаную горочку встать. О, ФЦМчик. Ай, хорош, взорвал ему боеукладочку. Если чуть захвата нечаянно не съехал. Но не съехал. О, танки. Танки. Че, патрулю пацанов. Че, ты вообще мало накидал чисто по арте, 160 дамага. Надо исправлять. Никого не было, потому что... Ну че, балаболы. Че, говоришь, у меня башня хреново бронированная, да? Чё-то, блядь, незаметно. Голдой только. А я голдой, блин. У тебя расстояние большое. Я стену стальную зарабатываю. А я захватчика зарабатываю. Ну, мне все равно, в принципе, если... Медалька хорошая. Хоп, хей, ла-ла-лей. Они, короче, отступили. Они просто растерялись. Половина назад поехала, половина вперед поехала. И, короче, так их размансовали там. Хоп, хей, ла-ла-лей. Давай еще один бой. У меня сегодня настроение хорошее. Одни победы идут, тем более. Бери. Беру. 69% уже на 200-м. Да, только стоило мне сказать 69. Я рандом услышал. Ну, у них, в принципе, красные и оранжевые в топе. Зеленых вообще нету. Ну, желтые есть некоторые. Стрелец. А у нас... А у нас, короче, квартире газ. Желтые. У нас шестерки, блин. Офигеть. Кидает. Так, блин, а с предыдущей бои же нормально кидало. Уже один... Порядок. Да, непорядок. Тестеры в нас должно кидать, как мы хотим. Ну тогда проще уже было сделать на КВ-220 сразу просто чисто пятый уровень боев. Ну, не пятый, шестой, а чисто пятый. Четвертый. Угу, четвертый. Там вообще можно будет вот так вот ехать, вперед пушку подняв и сразу на захват. Там тебе может только неприятности причинить, только если арта будет какая-то из кустов по гусеницам стрелять и то сбивать. 85Б она пробивает. Так, С-85... А, С-85Б. И 76-я может пробить третьего уровня, если пушка хорошая. Не, ну там много неприятного, как бы, есть. Так, ты горочки поехал, да? Что тут делать? Снимай штаны и бегать. Кридовать, накридовывать. Какой FPS там у тебя? Ай! Что-то 20-30 просел, как-то я не понимаю сейчас. Да сам не знаю, блин. Сейчас сижу и чуть ли не плачу. Не, обычно я записываю, у меня нормальный FPS, но под 60 выдает. Сейчас что-то я вообще не понимаю, а чего. Блять, гандон. Ясно, блять, не буду я на них лучше лезть. Сейчас насосу, блин, дамага. И так уже насосал на две плюхи. О! БДРчик. Красавчик.
Ты думал, про тебя я забыл, да? Тебе надо еще мобилу приобрести, будем с тобой играть в Android версию взводов. Бандикам еще скачать на Android версию, да? Там можно как-то записывать. Не, ну можно. А, нет, по-моему, там нужно как-то захвату все равно. А, да, карта захвата. У меня ж нету ее. У меня ж даже приставки нету, блин, я вообще вонючий бомж. Карта захвата, я тебе скинул, сколько стоит. Я удивился, я думал, она 300 баксов стоит. Оказывается, 94 на моем сайте. Ну так она и стоит примерно, ну, в среднем сотку баксов уже, если так. Это лайт-версия, я не знаю, чем они отличаются. Может, количеством входов или карт памяти количеством. Ну, облегченная версия, ну не... Бля. Наш флешки нужно покупать еще эти, типа для фотоаппаратов. На 64 и 128 гигов такие. Слышь, чувак, мы тут срём, короче, уже. Я уже еду. Попытался назад отступить, так меня Ариэлька выстрелил. Блин, я шишот, что я творю. На. Вообще, может, бог дипчика выцеплю. А не, не выцеплю. Все нормально, живем. У него КД. А, замечательно. Арелька сваливает. Сваливает, да. Изи вин. Так, он сейчас на нас разворачивается. Уже развернулся. Я не полезу, я арты боюсь. Fuck you. А, не пробил его. Был голдой лучше. Был у меня такой друг, Мишель. Мишель, Тревор, это же женское имя. Да. Мужик с сиськами. Мужик с сиськами. Да, вообще же. А, ну типа педик такой, да, или что? Нет, он типа про этого, про Майкла рассказывает. Когда в машине с этим едет к нему. На встречу с другом своим, с деревни. Ну, он типа узнал, что он жив. Там же с чего история читается, что как бы... Ну я он... предысторию смотрел, там банки грабили. Чувак, которого похоронили, он попал в программу защиты свидетелей. Его оставили типа на свободе. Угу. И он живет на Сардале, бабусиков. Едет к нему навстречу, когда узнает, что он жив. Да я там мало поиграл, чисто по городу побродил, подумал. Ладно, слушай, на этом, наверное, закончим серию, может сразу вторую снимем. А сейчас сначала еще посмотреть командный результат и подробный отчет. Текс. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа и Капкан. Лайк, подписка со всех обязательно. Всем пока. Да, всем пока.